У нас сегодня лекция по гражданской войне и обозначена она как спорные вопросы дискуссионные вопросы связанные с историей гражданской войны то я бы сразу хотел сказать что я постараюсь избегать в своей лекции каких-то хронологических моментов а поговорим прежде всего о проблемах гражданской войны. Ну, с учетом того, что все-таки вот здесь, как я полагаю, люди все исторически образованы, безусловно. Может быть, кто-то из вас ходил, вот у меня были циклы лекций по белому движению, по истории гражданской войны. Здесь же вот в этом зале как раз где-то порядка так, наверное, трех-четырех лет назад. Вот. Ну, если кто-то вот стабильно ходит, то, наверное, мы с вами уже встречались. А сегодняшняя лекция, она имеет смысл прежде всего вот попытаться обозначить какие-то моменты, вот эти спорные, да, и попытаться, может быть, я не хочу ни в коем случае сказать, что мы сейчас прям дадим на них ответы, однозначные и бесповоротные а вот обозначить возможности решения этих проблем вот так наверное будет лучше это будет более целесообразно и естественно приведет к каким-то может быть даже более положительным результатам потому что тема сама по себе история гражданской войны она везде в школе и в вузах да и в общем-то в такой обычной публицистике она везде идет под такой категорией как трудные вопросы трудные вопросы отечественной истории. И в программе она в школьной также выделена вот в списке как раз этих трудных вопросов. И поэтому, конечно, раз вопросы трудные, то они прежде всего требуют внимания к себе, требуют изучения и очень, очень преждевременно, наверное, давать им какие-то категорические оценки. Хотя всегда такой соблазн возникает. Но у нас подобного рода уже схемы, схематичные представления о гражданской войне существовали на протяжении практически всего периода советской истории. Естественно, эту историю пишут победители. Победили красные, значит, естественно, та точка зрения, которая была утверждена в период еще противостояния, в период гражданской войны самой, она, эта точка зрения, развивалась, продолжалась. Но точка зрения достаточно простая, схематичная классовая борьба, белые были обречены в силу того, что это уходящий класс с исторической сцены, это эксплуататоры, поскольку у нас движение идет поступательно, у нас формационный подход был главным, да, то, естественно, эти эксплуататорские классы, ну, не без сопротивления, конечно, с их стороны сопротивление неизбежно, но рано или поздно они должны проиграть, они должны сойти с исторической сцены и уступить место передовым прогрессивным классам. Когда стало ясно, что подобная схема действительно очень упрощенно понимает всю ту сложность, которая оказалась наша страна, наше общество сто лет назад, то, конечно, здесь уже появились другие схемы тоже и другие попытки как-то вот определить обозначить эту гражданскую войну, но как и любые схемы я еще раз это отмечу они условны они очень относительны они не представляют вот опять же таких вот планов каких-то перспектив для обсуждения для размышления можно ЕГЭ выучить хорошо сдать ЕГЭ если будете по этим по этим схемам ориентироваться там действительно достаточно запомнить даты факты какие-то но даже 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 ЕГЭ, даже ЕГЭ сейчас уже там есть вопросы, которые предполагают как раз наличие альтернативных точек зрения. И это хорошо, это безусловно надо поддерживать, продолжать дальше. И вот сегодняшняя наша, наша сегодняшняя беседа, это как раз вот эти самые спорные моменты, спорные вопросы. Ну какие? Вообще их достаточно много, но я выделил таких моментов семь хорошее число, <laughs> семерка, и поэтому на каждом из этих моментов я остановлюсь, а потом, естественно, если у вас какие-то возникнут вопросы по этим вопросам, по этим моментам, по спорным, да, вот тогда я постараюсь на них ответить, насколько я могу это сделать. Первый вопрос это периодизация истории гражданской войны. Почему этот вопрос сложный и спорный, как ни странно покажется, хотя казалось бы, в общем-то можно все представить себе, когда она началась, когда она закончилась, да? первый взгляд. Дело в том, что вот гражданская война, в отличие от войны с внешним врагом, она не имеет ни начала, ни конца. Вот мы не можем сказать, как, допустим, там Первая мировая война да, или Вторая мировая война, что она начинается у нас там конкретный день, допустим, 1 сентября 1939 года, да, падение немцев на Польшу. И заканчивается она 2 сентября 1945 года, капитуляция Японии. А, поскольку это конфликт внутренний, конфликт, который затрагивает все слои общества, то вот обозначить это начало и этот конец достаточно сложно. Есть разные критерии. Есть критерий, сразу вот я его обозначу, он такой социокультурный. Социокультурный критерий гражданской войны, он очень интересен тем, что здесь начало гражданской войны уходит едва ли не в середину 19 века, а даже может быть еще раньше. Из чего он исходит? Вот, там главная позиция это то, что всегда, ну в какой-то степени это даже вот сейчас вы поймете, отражение классового подхода. Всегда есть конфликты в обществе, всегда есть вот люди недовольные, есть люди довольные, и вот между ними возникают всякие там противоречия и так далее. Но почему вот именно все-таки середина 19-го, потому что отменили крепостное право. И вот что дальше-то пошло? Дальше пошло вот революционеры, народники, разночинцы, потом пролетарский период начинается. И вот все время у нас идет вот это противостояние, накапливает оно, набирает оно свою силу и в конце концов выплескивается уже вот в такое открытое непримиримое противостояние в 17 году, в 17 и так далее. Ну, этот социокультурный подход, при том, что, конечно, здесь ни в коем случае нельзя его игнорировать, действительно есть в обществе конфликты, но всегда есть, наверное, важный критерий. Эти конфликты не приводят к тотальному расколу общества, не приводят к тотальному расколу страны, не приводят, например, к такому явлению, как война законов, как война властей. Нет же, вот мы же не можем сказать, что, допустим, там период борьбы народников, там, да, революционные разночинцы, когда они там казнили и губернаторов, и потом самого царя тоже совершали эти теракты, там, и партия уже в годы первой русской революции совершала эти теракты, но мы не можем говорить о том, что существовала некая эсеровская власть которая контролировала определенную территорию и которая имела свои там вооруженные силы и так далее, и так далее. Поэтому все-таки, если мы говорим о войне, именно о гражданской войне, то... Как и у любой другой войны, здесь вот от этого признака, от войны вообще, есть э, один критерий важный. Это раскол страны, политика правовом аспекте. Вот исходя из этого, э, опять же я говорю, здесь уже не классовый подход главный, а все-таки политико правовой. Мы действительно можем говорить о начале гражданской войны тогда, когда с одной стороны существует власть в одном центре, с другой стороны существует власть, даже может быть много властей, не одна, других. И тут вот сейчас почему вот это тоже такой вопрос дискуссионный отчасти, потому что очень популярной и распространенной становится точка зрения, я не знаю, насколько она очень исторична, сейчас об этом скажу, что гражданская война у нас, в общем-то, началась исключительно из-за внешних факторов, из-за внешних воздействий. И не случайно, что вот сейчас как раз весна, апрель, май 2018 года, так много говорят о гражданской войне, стали много говорить о гражданской войне. Есть тут некий подтекст. Подтекст какой? Май 18 года, июнь 18 года, это выступление Чесловацкого корпуса. Есть точка зрения, согласно которой, если бы Чехословацкий корпус бы не выступил, то, может быть, бы и не началось никакой гражданской войны. Но вот, ну, как бы подоплека этой точки зрения, я ее немножко понимаю. Здесь как бы вот внешние силы. Внешние силы, они враждебны, они все время чего-то хотят там сделать нехорошее. Вот. Ну и с чехами в данном случае вроде бы тоже такая же ситуация получается. Они же чехи, знаешь, внешние силы, они Антанти там уже на этот момент подчинялись там и так далее. И вот высадка там в Мурманске, потом высадка в Архангельске, правда между ними там несколько месяцев разница, потому что Мурманская это март, а Архангельская это июль 2018 года, потом Владивосток в июне там высадились интервенты тоже. И вот пошло-поехало. Но, опять же, если мы посмотрим все-таки на реалии, гражданской, именно гражданской войны, а не войны с внешним врагом. Тут есть еще один некий политико правовой нюанс, вот сразу его отмечу. У нас не было официального объявления войны. Нам Англия войну не объявляла. То есть, кому нам вообще? Вот это тоже, кстати, вопрос интересный. Большевиков англичане в принципе не признавали, равно как и французы, равно как и другие все страны, ну, за исключением, там, Афганистана, допустим, Финляндии. Да? У них не было с ними дипломатических отношений. То есть, это не, опять же, это, я говорю, это не война с внешним врагом. И другой момент, в общем-то, признание советского правительства до юра произошло уже после окончания гражданской войны, когда уже пошла вот эта полоса признаний, там, 23 четвертый год, 23-й, 25 и дальше. США вообще признали до юра в 33-м, как известно, официально. Но мы же не находились с ним в состоянии войны, тем не менее. Не воевали с американцами на протяжении, там, не знаю, 15 лет. Вот. Поэтому вот этот вот критерий он э, очень сложный все-таки говорю: политика-правовой: здесь лучше все-таки ориентироваться на внутренние факторы, внутренние моменты раскола политического. А если мы берем внутренние моменты политического раскола то есть то, что и составляет суть гражданской войны, то мы видим, что действительно это реально 25 октября 2017 года. Как ни крути, ни верти. А, Во-первых потому что не сложено временное правительство как бы не относиться опять же к этому факту, тоже говорят, ну а чего его о нем жалеть, там? ну вот оно там уже ничего не имело, уже там никаких, никакой поддержки оно не имело. Ну вообще так можно о любой власти сказать, знаете, вот тоже такой критерий. Ну не имеет оно поддержки, никакого, ну рейтинг у них низкий, что типа о них жалеть. Но все равно же власть какая-никакая, да. Вот. вот ее не излагают, и э, те э, структуры, которые с этим не согласны, начинают противостояние. Это и Керенский, который сбежал с Зимнего дворца, правда, не в женском платье, а совершенно спокойно уехал, вот, вопреки распространенной легенде до сих пор. Это и казачьи области прежде всего, это Дон, это Кубань, это Терек, это Оренбург, они заявили о том, что не признают те, то, что произошло в Петрограде. Это целая цепочка, можно это, в общем-то, отдельно даже отметить, проследить. Специально в свое время этим занимались советские историки, сейчас, к сожалению, меньше. Тех городских дум, земских собраний и даже съездов советов. Вот в Москве, например, губернский съезд крестьянских депутатов, крестьянских, не рабочих и солдатских депутатов, а крестьянских депутатов, осудил то, что произошло в Петрограде 25 ноября, вот, пока эти советы были раздельные. И начинается вот это противостояние вооруженное в том числе. Вот это здесь мы и видим как раз начало гражданской войны ледяной поход добровольческой армии, да, который произошел в феврале, начался в феврале 2018 года, да, и до него бои там под Ростовом и так далее. Тоже это все ведь гражданская война. Восстание казаков на Нижнем Дону, приход к власти казачьего атамана Краснова, плюс поход там отряда полковника Дроздовского, который шел с Румынского фронта и помог казакам там взять Новочеркасск а дальше уже распространение там, союз с немцами и все прочее. Но ведь это, опять же, внутренние события. Или там бои в Москве, кровавая неделя, или там оборона Белого дома в Иркутске, как это вот тоже называли. Это все гражданская война, это все противостояние внутри общества. И внешний фактор здесь, если он играет какую-то роль, то он играет роль не главную, а все-таки вторичную, второстепенную. Хотя его тоже отрицать нельзя, ни в коем случае. Я об этом чуть позже скажу. И вот если брать периодизацию начальную, то я думаю, что есть такой тоже критерий. Конечно, вот я уже сказал, что действительно здесь советская историография какой-то степени схематичной была. Но даже если мы возьмем знаменитую сталинскую энциклопедию, большую советскую энциклопедию, то там статья «Иностранная военная интервенция гражданская война», кстати, интересно, она начинается на букву «И», «Гражданская война», не на букву «Г», там буква «И» главная. Вот, то есть иностранцы опять на первое место ставятся. А, вот, там а, периодизация тоже идет с 25 октября. Причем здесь ссылка четкая совершенно на Ленина. Ленин действительно так считал, что 25 октября у нас начинается гражданская война. От его точка зрения он высказывал на Всероссийском съезде Совета в третьем. Тоже до еще вот этих всех десантов в Мурманске и в Архангельске и прочее. Иное дело, что вот это вот этот этап гражданской войны, он называется совершенно справедливо, действительно, наверное, так и можно его назвать, триумфальное шествие советской власти. Но одно не исключает другого. Триумфальное шествие советской власти не исключает гражданской войны. Даже несмотря на то, что он был триумфальным. Все равно это были бои, все равно это было сопротивление. Следующий момент, вот как раз действительно второй этап гражданской войны. Вот о нем правомерно говорить примитно к выступлению чехов. Весна 18 года. А затем уже периодизация шла в советское время, здесь в основу брали, опять же, внешний фактор, это походы Антанты, соответственно, здесь была германская интервенция, она в походы Антанты не входила, это 18 год, а затем это походы Антанты 19 -го года, то есть, соответственно, первый поход Антанты у нас весна 19-го, второй поход Антанты осень 19 третий поход Антанты это советско-польская война и вранги. Uh, ну вот тоже здесь вот несколько слов об этом скажу. Можно спорить с формулировкой походы антанты, потому что здесь о роли антанты, в общем-то, приходится говорить, конечно, но все-таки опять же это не главный, но косвенный uh, критерий. Uh, участвовали все-таки белые армии, но то, что это действительно были моменты комбинированных походов белых армий, попытки каким-то образом взять власть в стране, это бесспорный факт. Можно их назвать по-другому не относя, относясь к контанте. Аналогично э, и ситуация вот, с окончанием гражданской войны. Ну, э, почему ее в советское время датировали декабрем 20-го? Опять же, выступление Ленина на Всероссийском съезде Советов, который принимает ГОЛРО, и план ГОЛРО, и э, действительно из, из газет, вообще советских газет исчезают фронтовые сводки. То есть последняя фронтовая сводка, она была в декабре 2020 года, сводки с фронтов. И э, здесь Ленин делает вывод о том, что вот действительно организованных фронтов в России на данный момент, то есть в декабре 2020 года, нет. И это совершенно справедливо. Организованных фронтов нет, потому что последние фронты, организованные, которые были, это Врангель в Крыму и Семенов в Забайкалье, их уже действительно не существует. И почти синхронно они в ноябре 2020 года прекращают свое существование. Однако сейчас другая все-таки периодизация более приемлема, и она все больше и больше в общем -то, получает обоснование это то, что гражданскую войну, окончание гражданской войны, это 22 год, ноябрь 22 -го года. Почему? Потому что да, фронтов нет, да, армии нет, противостояния нет. Но с другой стороны, во-первых, посмотрим на ситуацию 21 -го года. Кронштадтское восстание, Тамбов, причем Тамбов вообще-то начался еще в 20 году даже, он с 20 на 21 год переходит. Затем Западносибирское восстание. И, наконец, в мае 2021 года опять создаются организованные фронты. Во Владивостоке происходит переворот, приходит к власти братья Меркулова. Это откровенно чисто белое правительство. Потом уже вот оно существует на протяжении полутора лет почти. И там уже где Рихс, Земская Рать. И все это заканчивается в ноябре 2022 года. В начале ноября 2022 года. Поэтому вот что это? Гражданская война или это что-то такое? Даже, опять же, вот исходя из той периодизации, которую я помянул в начале, это большая советская энциклопедия э, сталинского времени, там вот этот период обозначен как последние очаги гражданской войны. Но все-таки тоже гражданская война. Опять же, вот мы не можем от этого критерия отказаться полностью. Это опять к вопросу триумфального шествия советской власти. Да, было триумфальное, допустим, да, были победы, но было и сопротивление. Сопротивление, организованное сопротивление, имеющее своих начальников, своих командиров, свои воинские части, свою политическую программу, в конце концов. Вот. И э, не факт -то тот, что, вот, допустим, они не имели никаких шансов да, и были обречены изначально. Значит, тут, правда, есть еще момент 23-й год, вот лето 23-го года в Якутии у нас действует сибирская добровольческая дружина генерала Пепеляева. Ну, можно, наверное, и это тоже сюда привлечь, хотя, если посмотреть на статус этой дружины, она на тот момент властью себя, в общем-то, не, не стала этой властью. Изначально они ориентировались, Пепеляев и его дружинники ориентировались на Владивосток. Когда Владивосток был э, занят э, армией Дальневосточной армии под командованием Убаревича, и был вариант, конечно, переехать на Камчатку, там не в Китай, не в Корею уходить, а на Камчатку, чтобы там продолжать еще какое-то движение, но это не было сделано. Пепеляев остался по большому счету сам по себе, предоставленный сам себе. Он мог бы создать какую-то власть из себя, как вот ну, ледяной поход был, когда добровольческая армия, вот они потом развернулись, и, собственно, это стало вооруженной силой Юга России, особое совещание, правительство, вот эти все органы появились. Но он не смог этого сделать. Там ориентация была на местных каких-то повстанцев, на местные вот эти все антибольшевистские силы, но они были настолько слабы, и авторитет у них был по большому счету исключительно в пределах самой Якутии вот, общероссийского авторитета там не было, что все-таки, наверное, вот этот вот критерий лета 2023 -го года с точки зрения политико правового фронтового противостояния мы не можем сказать. В отличие от якутских повстанцев, в конце концов, у тех же Тамбовских, у тех же Западносибирских было гораздо больше организаций, и численности, каких-то там попыток как-то там что-то, какую-то программу создать. А у Якутов, собственно, здесь даже ну, были там небольшие какие-то программные заявления ну, на уровне того, что вот им нужна автономия и чтобы их не трогали. Вот. Поэтому, все-таки, наверное, определенный критерий по периодизации окончания гражданской войны это ноябрь 2022 года. Ну и интересно, это еще совпадает с одной датой, которую ни в коем случае не надо тоже забывать. А именно в декабре 2022 года у нас происходит, что декларация, принимается декларация об образовании СССР. И это очень важный критерий. Опять же, с точки зрения политика правового статуса, можно говорить о противостоянии властей, о разных там, территориях, которые на вот, бывшей Российской империи, они друг другу противостоят, они с друг другом сталкиваются. Но вот мы видим Декабрь 2022 года создается новая общность, да, совершенно новая политико-правовая общность. Советский Союз. Потом принимается Конституция 24 И здесь действительно начинается новая страница нашей истории. Вот ни в коем случае это тоже нельзя отрицать. Вот так вот совпало. Может быть, я не думаю, что это было сделано намеренно, что ждали до тех пор, пока наконец добьют Дитерихса на Дальнем Востоке, а потом уже прозгласят СССР. Но эти процессы, они органически связаны друг с другом. И создание СССР, в конце концов, это тоже элемент гражданской войны, последствия даже во многом гражданской войны, о чем я тоже чуть позже скажу. Поэтому первое, первый критерий периодизации здесь, я думаю, вот, наверное, имеет смысл дать именно такой. То есть 25 октября 2017 года и, соответственно, вот там начало ноября 2022. Ну вот по поводу второго такого спорного вопроса, наверное, тоже он имеет, имеет смысл о нем поговорить. Это как оценивали гражданскую войну вообще и э, перспективы побед там и вообще вот политико-правовые опять же вопросы э, большевики Ленин именно э, у нас к сожалению за долгие годы советской господства советской историографии сложился все-таки такой тоже немножечко стереотип о том что Ленин, ну это я понимаю от чего это все произошло нужно было показать Ленина человеком абсолютно не сомневающимся в победе, абсолютно лишенным всяких колебаний в вопросе о том, удержится или нет советская власть. Вот он как приехал, он, получается, в апреле 2017 года, вернулся в Россию, так вот он прям вот все видел вот насквозь, там, я не знаю, вперед, на тысячелетие, обладая каким-то вот таким сверхъестественным даром провидения. И поэтому, опять же, вот это вот э, очень схематичное, очень упрощенное представление о Ленине, к сожалению. из Ленина сделали, сделали не живого человека, а сделали какую-то, я не знаю, там, говорящую машину, э, лишенную вообще всего, даже человеческих чувств каких-то, ну, за исключением того, что он пассионату слушает, вот, и, и то не может ее долго слушать, потому что она на него плохо влияет. Вот, это, это неправильно, это совершенно неправильно, это даже вот с точки зрения отношения к Ленину как к человеку ненормально, потому что, а уж как к политику тем более, потому что никакой политик не может вот так вот прозорливо оценивать то, перспективы там на тысячелетия вперед, это какие там тысячелетия, там, я не знаю, столетия, там в лучшем случае полгода, и, и то даже меньше, поэтому вот чтобы исходить вот из более такого объективного критерия, я думаю, что здесь не нужно бояться, вот не побоюсь опять не побоюсь этого слова, не нужно опасаться, не нужно бояться читать Ленина вот сейчас. У нас, к сожалению, есть какой-то в данный момент, наверное, аллергии некой, когда Ленина перестали воспринимать как политика динамичного, как человека, который действительно Менял свои представления, менял свои позиции. И тактически, конечно, это тоже происходило у него очень часто, особенно после того, как большевики пришли к власти, естественно. Потому что проблем было огромное количество, много проблем было. Вот. И как-то о Ленине судят даже не о нем, не по его собственным произведениям, а по тому, что о нем писали там в той же иммиграции и там сейчас вот публицисты пишут. Вообще очень большой вред вот в данном случае исторической публицистики. С одной стороны, она, конечно, хороша, историческая публицистика, она такая многотиражная, она очень живо написана и действительно побуждает некий интерес к истории, вот это хорошо. Но с другой стороны... Во-первых, она очень часто любит однозначные оценки, публицистика, в отличие от науки. А во-вторых, эти однозначные оценки строятся подчас отнюдь не на фактах, а на каких-то там домыслах, доводах и тому прочее. И вот и в отношении Легина тут только что и не говорили. Тут у нас и Сифилис, тут у нас и Инесса Арманд, тут у нас и немецкие деньги, тут у нас и пломбированные вагоны, и прочее, прочее, прочее. И вообще зекурат, вон там Мавзолей в форме зекурата. То есть в общем, вообще это какой-то вот совершенный монстр, темные силы, которые опять вот на нас упали. А относиться надо как к реальному политику, который на тот момент действительно допускал очень много предвзятых оценок, очень много ошибочных суждений, которые вот сейчас, по прошествии 100 лет, они становятся более заметны. И я не отнюдь не хочу, у нас лекция не по Ленину, я отнюдь не хочу говорить о том, там, прав был Владимир Ильич или не прав, абсолютно не об этом, а выделю только три момента вот в отношении врагов советской власти, вот как он их оценивал. И здесь, я думаю, это очень важно, потому что это тоже потом отразилось на историографии. Опять же, исходя вот из этой схемы, что раз Ленин сказал, значит все правильно, значит стопроцентно правильно. Как он оценивал своих противников, то есть противников советской власти, вот этих самых пресловутых белогвардейцев там, и контрреволюционеров и так далее. Если почитать его работы за период с 18 по 20 год, то мы там увидим три таких существенных схематичных подхода, которые при всем том, что они у него из работы в работу они кочуют, э но они, как в общем-то показывает история, далеко не такие объективные на самом деле. Ну, во-первых, во, -первых, во -первых, он постоянно ругает э в качестве приспешников контрреволюции, в качестве подпевал, в качестве тех э политических сил, которые Помогают контрреволюции всегда и всюду меньшевиков и эсеров. Вот почитать любую его работу, он ни разу ни про одну ни про другую партию хорошего слова не сказал. Я не говорю про его работы там до 17 года. Вот после 17 года меньшевики ССР у него в общем виноваты. Они виноваты в том, что привели Колчака к власти. Они виноваты в том, что э, они вот, обманывают рабочих вместо того чтобы показать им сущность вот этой генеральской контрреволюции, да, они вот заставляют э, с этой генеральской революции, контрреволюции сотрудничать как-то. Но посмотрим вот реальное положение дел. Во-первых, а почему у Ленина такая неприязнь к меньшевикам и эсерам именно? Э, очевидно, потому что он не мог им простить семнадцатого года когда действительно в Советах они получали большинство весной 1917 -го года, и когда он приехал в Россию, застал тут исполком Советов, который сплошь в и СССР. Во-вторых, конечно, нет было дыма без огня, потому что мы можем говорить о том, что да, члены Мишевицкой партии, правые ССР прежде всего, они э, отчасти участвовали в Белом движении тоже. То есть там были такие люди, которые там принимали участие. Но в целом все партии, в целом вот меньшевики и эсеры вообще, э, социал-демократическая вот эта составляющая, или ее еще называли, правда это не ленинская фраза, это э, э, другой автор, демократическая контрреволюция, она с белым движением не объединялась, даже противостояла ему демократической контрреволюции. И уж конечно не меньшевики и эсеры привели к власти Колчака. И более того, и меньшевики СССР страдали от «Колчака», если уж так посмотреть в Сибири. Ну вот, тем не менее, Ленин считает, что вот эти партии, они виноваты. Потом это все, конечно, пошло уже и в процессы над меньшевиками СССР, то, что им эту контрреволюцию вдоль и поперек ставили в вину. Вот. Но то, что они были не за большевиков, это тоже факт. Но при этом они совершенно не обязательно должны были быть за «Колчака». Вот что важно иметь в виду. Второй момент, который Ленин очень часто проскальзывает, это очень вот значительная роль, которую Ленин отмечает примительно к интервентам, вот к этим внешним силам. Может быть, тоже это вот как раз и повлияло на определение, что у нас главное это не столько гражданская война, сколько иностранная военная интервенция. И в восемнадцатом году, когда вот выступают чехи, там есть, ну, буквально такие очень э, настороженные оценки вот этих событий, даже, наверное, панические в чем-то, особенно июль 2018 года. Да, кстати, вот к вопросу об эсерах. Это же миссешлевые эсеровские. Ленин считал, что это просто буквально нож в спину революции. Но опять же, мы не видим, что левые эсеры бы пошли при этом за колчка. Другой вопрос. Вот. И чехи. Чехи выступают. Власть может не удержаться в 2018 году. И дальше, и в 2019 году, и в 2020 году он говорит о том, что если бы, ну вот это, кстати, важный момент, на который я хочу обратить внимание, если бы интервенты, если бы вот эта Антанта двинула там против нас какую-то там самую небольшую часть своих сил, то мы бы не удержались. Вот этот интересный тоже момент, если вот эту мысль Ленина развить, то получается ведь что? Получается то, что он не так уж и был уверен в прочности советской власти на момент 18-19 -го годов. И это подтверждается, это подтверждается тем, что Ленин в принципе считал приход к власти большевиков с одной стороны, конечно, это да, это эпохальное событие, потому что социал-демократическая рабочая партия вообще пришла к власти. Со времен Парижской коммуны этого не было. С другой стороны, конечно, нет гарантии стопроцентной, что советская власть удержится. И вот здесь вот гораздо более реальная точка зрения, гораздо более реальный взгляд на вещи у Ленина, чем когда из него сделали какую-то вот эту, как я уже сказал, говорящую машину. Вот. Но Ленин видит в том, что советская власть удерживается, что она отбивает вот эти вот внешние нападения интервентов и так далее, видит в этом как раз то, что уже хорошо, вот, уже это хорошо. Пусть мы уже пережили, вот он говорит, период Парижской коммуны. Уже вот эти 72 дня прошли, уже хорошо. Дальше еще держимся. Ну и вот такая уверенность в победе, конечно, она у него наступает в 2020 году, в 2021 году. Вот здесь да. Здесь скорее другое. Здесь для Ленина очень неожиданным ударом стал Кронштадт. Кронштадт 21 года. И не случайно переход к НЭПу был связан не только с экономическими вопросами, о чем я чуть позже скажу, но также и с политической оценкой ситуации. Потому что политически Кронштадт, как потом тоже не говорили, не затушевывали этот момент, вот там матросы были не те, да вот это были там махновцы мобилизованные. Ну, факт остается фактом все-таки. Краса и гордость революции, которой все гордились, она поднимает восстание против советской власти. Значит, надо что-то менять. Но э, даже в 2019 году у Ленина было больше уверенности в том, что советская власть утвердится, чем, например, в 2018 году. А изначально: ну, вот да, мы берем власть, э, да, мы будем проводить нашу политику, да, мы берем ее всерьез и надолго. Но это, еще раз подчеркну, отнюдь: не гарантирует того, что советская власть никогда не может быть свергнута. Вот, э, исходя из того, что вот те же самые интервенты с точки зрения Ленина если бы они там широкомасштабную, крупномасштабную интервенцию бы предприняли в советскую власть. Вот он так считает, что она бы не удержалась. Но почему это все-таки такое, ну не то чтобы заблуждение, а переоценка. Переоценка очень сильная, переоценка интервенции. Прежде всего потому, что реально интервенты не собирались проводить широкомасштабную интервенцию в Советскую Россию. Для них, в общем-то, ленинский э, совнарком был ну, на тот момент, даже на момент гражданской войны, это одна из властей, с которой, может быть, даже и потом тоже можно будет вести переговоры. Возьмем мы, к примеру, позицию Вудра Вильсона знаменитую, когда он выступает со своей инициативой созыва конференции на Принцевых Островах. Суть этой конференции в том, что посадить за один круглый стол все противостоящие друг другу в России силы. То есть и большевиков, и колчака, и меньшевиков, и все, вот они вместе, и национальные там всякие правительства, вот все они вместе сядут и будут думать о том, как быть дальше. Вот. А раз так, то значит, в общем-то, с большевиками можно разговаривать. Можно разговаривать. Поэтому вот эта точка зрения ленинская, опять же, мы ее все-таки в какой-то степени, наверное, должны понять, что это было скорее опасение того, что может быть, чем реальная опасность со стороны той же самой Антанты. Ну и третье, то, что у Ленина очень часто проходит, это совершенно реакционная, откровенно вот такая негативная оценка контрреволюции, генеральской контрреволюции белого движения. Здесь во всех статьях Ленина речь идет о реставрации, о реставрации тех порядков, тех принципов, норм там жизни, которые существовали в России до даже не октября, а вообще даже до февраля 2017 года. То есть это и самодержавие, это и помещичий строй, это и всякие наказания, которые, естественно, будут сопровождать это восстановление, это, эту реставрацию. Почему так? Ну, потому что, опять же, исходя вот из принципа классовой борьбы, Ленин э, был уверен, что по-другому-то и быть не может. Что вот эти меньшевики и эсеры, спевшись с Колчаком, вот вообще очень интересно насчет эсеров тоже. ЖСР, именно эсеровская партия, даже не большевики, большевики в гораздо меньшей степени, поднимали восстание в тылу Колчака на протяжении всего 19 -го года. И потом, в конце концов, полицентр, который Колчака взял, же полицентр. Вот, да? Ну, тем не менее, ну, вот Ленин считал, что они настолько вот продались, предались этим самым контрреволюционерам, подпевало Колчака и прочее, что э, говорить о том, что вот они оказывают какое-то влияние социал-демократы на белую политику, на белогвардейскую военщину, не приходится. Э, действительно, это вот реставрация практически стопроцентная. Но если мы опять же посмотрим, вот что в реальности было у тех же самых белых в их программах, то там реставрации как таковой, вот именно до февральской реставрации, до февраля 2017 года, мы не увидим при всем желании. Да, они негативно оценивали февраль. Да, они говорили, что в феврале все плохо. Здесь, кстати, тоже к вопросу о нынешней точке зрения, которая распространенная, что белые это февралисты. Ни в коем случае белые это не февралисты. Я вот категорически это заявляю. В феврале они отрицали никто не радовался тому, что Николай II отрекся от престола. Если кадетские политики в семнадцатом году, может быть, и приветствовали этот момент, то к 18 и к девятнадцатому году они прокляли свое прошлое трикратно. Вот. И никто об этом в феврале с, позитивности, с позитивной стороны не вспоминал отнюдь. Но это не означало, что это будет реставрация до февральских порядков. Даже в каких-то, может быть, программных заявлениях о необходимости восстановления монархии, говорилось о том, что, ну, как минимум, это будет конституционная монархия, как максимум, может быть, это будет вообще там по принципу, вот как там в Англии, там, не знаю, царь, король царствует, но неправильно, да, и, и все. А вот в, в, в земельной реформе, в аграрном вопросе, там огромный просто вот прорыв по отношению... К тем программам кадетов даже, которые были накануне 2017 года. Кадеты в 2018-2019 годах уже спокойно, в общем-то, довольно относятся к тому, что да, вот произошел земельный передел, да, помещище землевладения в той форме, как оно существовало до 2017 года, уже восстановить просто невозможно. Значит, единственное, что можно сделать, это каким-то образом компенсировать вот этим бывшим владельцам их, их имение. Но не, не в буквальном смысле, что ему не вернут это имение. Это, будет, это не реституция, ни в коем случае. Это компенсация, а не реституция. Это всего лишь какой-то там, я не знаю, ну выкуп. Те же самые крестьяне выкупят у него потом эту землю, которой они пользуются, которую они там у него взяли по декрету о земле. Это аграрный вопрос. В рабочем вопросе, там, 8 часов рабочий день, профсоюзы, всякие там свободы демократические и прочее, и прочее. Вот. Так что тут опять же вот мы видим, что у Ленина все-таки определенная переоценка своих противников, что они такие реакционеры и, и что они хотят все вернуть назад. Ну, тем не менее, это не, нисколько не умоляет, я еще раз это хочу отметить, нисколько не умоляет политического таланта гения Ленина. Потому что с точки зрения тактики, вот использовать противоречия между своими противниками, видеть в них какие-то слабые стороны, играть на этом, в этом отношении он, конечно, преуспел. Вот, поэтому мы, без всяких там сомнений, можем Ленина назвать великим революционером. Никто в этом не сомневается, наверное. Великий революционер, именно революционер. Вот если бы мы назвали там, Ленин просто там, великий философ, то этого было мало. Потому что философ, он сидит и, там, и все. А здесь, в данном случае, мы видим именно попытку создать вот эту новую систему. Отсюда мы подходим к третьему э, такому спорному вопросу на сегодняшний день достаточно распространенному заблуждению, на мой взгляд, что большевики изначально, как только они хотели прийти к власти, они хотели провести там тотальную национализацию всего и вся, полностью ликвидировать вообще все то, что было там свойственно экономике России до октября 2017 года. Ну и при этом, да, вот оценка, в частности, это опирается на декреты Ленинского совнаркома, первые декреты на национализации банков там и так далее. Но здесь нужно быть все-таки более объективным. Ни в коем случае не отрицая того, что тотальная национализация – это действительно магистральный путь развития э, социализма, потому что, в конце концов, э, социализм – это общество, э, в котором отсутствует частная собственность в принципе, как таковая, отсутствует частная собственность на все, ибо частная собственность есть э, залог неравенства, угнетения человека человеком, и, опять же, вот следуя этому классовому подходу, э, несправедливо и должна быть рано или поздно отменена. Но если мы возьмем ситуацию начала 2018 года, работу, которую в свое время в школах изучали, а сейчас вообще, по-моему, они даже забыли, это очередные задачи советской власти, то тут мы видим, что Ленин очень осторожно относится к подобного рода проектам, подобного рода деятельности. И, в общем-то, вот в этой статье мы видим как раз вполне реальный план, развитие государственного контроля над экономикой, ну действительно на тот момент это было актуально, потому что Первая мировая война, опять же, не только Россия, но и практически все воюющие страны в той или иной форме вот это государственное вмешательство в экономику допускали. Это то, что Ленин называл ГМК, государственный монополистический капитализм. И вот это ГМК должно развиваться вроде бы как и дальше. Но только теперь, вот опять же, обратите внимание, вместо государства царского, вместо государства буржуазного временного правительства у нас будет государство социалистическое. То есть мы берем вот эти существующие монополистические объединения и ставим их под контроль. Но не национализируем их, не берем на себя, как говорится, полностью, стопроцентно вот этот вот э, фактор. Хотя бы просто потому, что бюджет не выдержит. Поначалу, вот если опять же мы возьмем ситуацию начала 2018 года, здесь даже декреты издавались применительно не ко всем отраслям промышленности, это будет позже, а к отдельным предприятиям. Отдельные предприятия национализировали. Ну, как, например, Ликинская мануфактура была национализирована, потому что там и хозяин в неизвестном направлении куда-то скрылся, и рабочим зарплату никто не платит. И предприятие стоит, по сути. И в то же время предприятие важное, потому что делает текстильные изделия, те же самые шинели для фронта шьет. Да? Вот. Надо же что-то делать с этим предприятием, не просто так его бросить на произвол судьбы. Вот. И в этой же работе он говорит о необходимости овладения техникой капитализма. Вот техникой какой? Техникой ведения производства, прежде всего. Вот это тоже интересный момент, который потом уже в 20-е годы при НЕПИ как раз станет одним из важнейших пунктов, что наши рабочие, да, вот мы национализировали там завод, но нам еще надо научиться управлять этим заводом, надо научиться элементарно просто технику какую-то соблюдать там работы. Для этого надо учиться, но ну, кто бы с этим спорил, действительно. И признание, вот тоже для Ленина, наверное, это важный момент, признание того, что да, построение социализма в стране, которая культурно очень отстала, это сложное и длительное дело. Сложный длительный процесс. Надо учиться, надо там учиться в том числе и у немцев, учиться у американцев. Здесь нет никакой ненависти там, к немцам и к американцам. У него ненависть к империалистам. Вот если так посмотреть его работу, это не националист там такой, а это, в общем-то, именно такой классовый подход. А учиться у них, как вести производство и так далее, и так далее. Вот. И здесь потом уже, когда начинается гражданская война, именно война гражданская, начинается противостояние экономик вот тут-то и начинается национализация. Здесь-то вот и происходит продразверстка. Здесь и происходит вот это вот введение комбедов, продотрядов и так далее. Я ни в коем случае не хочу это оправдать, но объективно э, воюющая страна для мобилизации ресурсов, наверное, это был на тот момент ну единственный приемлемый критерий, потому что, во-первых, продразверстку, как все сейчас уже знают об этом много пишут, говорят, задумывали еще до э, февраля 2017 -го года излишки продовольствия в России были на момент 17-18 годов. В первом году только голод начался. Вот это все-таки разные немножко периоды времени. Но кто эти излишки будет отдавать? Да? Вот опять же тот же самый крестьянин, которому землю дали. Землю-то ему дали. А вот отдавать хлеб по той цене, которую ему предлагают продразверстку, он не хочет. Вот не хочет и все. У него тоже своя логика, его тоже можно понять, этого крестьянина. Почему он, затратив силы, время под там свой э, трудовой, если он действительно сам работал, а не батраков нанимал, вот за этот хлеб должен отдать его за бесценок? Почему вот он ни с того ни с сего должен вот пришедшему продотряду все это отдать? Это Ленин называл мелкобуржуазной психологией у крестьянина. Но ее нельзя отрицать. Ее нельзя отрицать, она вот есть и все. Вот надо с этим считаться э, в той или иной форме. Но опять же, когда есть э, фактор войны, когда есть фактор противостояния, вот тогда да, продразвездка, продатряды, комбеды и в общем ничего хорошего. И, конечно, это, я еще раз подчеркну, усиливает гражданскую войну. Многократно ее усиливает. Не внешний фактор, не Чехословацкий корпус это усилил, а комбет и продотряд, которые пришли в деревню и изъяли подчастую весь хлеб. Вот э, фактор, который, опять же, как ни крути, не верти, но это фактор усиливающий гражданскую войну. Э, следующий момент, значит, это под наши... Да, и чтобы вот с предыдущим закончить, э, как бы тоже важно отметить, что с окончанием гражданской войны, вот уже опять же, если брать восьмой съезд Советов, всероссийский восьмой съезд Советов э, декабря 2020 года, Ленин, в общем, уже допускает э, возможность возвращения к каким-то рыночным элементам. Но Кронштадт, Тамбов и Сибирь, конечно, этот процесс ускорили тоже. Вот. может быть, это бы тянулось еще на протяжении года. Тут были и левые коммунисты, ни в коем случае их нельзя забывать, типа Бухарина, который считал, что вообще деньги не нужны. В принципе, вот давайте, как хорошо мы военный коммунизм-то провели и победили белых. Давайте мы теперь этот военный коммунизм оставим и в мирное время. Вот тут Ленин уже сомневался в, небо, в целесообразности. А уж когда был Кронштадт, как я сказал, тут уже сомнения вообще исчезли. Что действительно надо поводить. Надо вот более-менее реальную, нормальную политику по отношению к крестьянину делать. Ну что и видим мы уже в 2022 году, там Земельный кодекс новый принимается и дальше, 23-й. Вот. Теперь следующий момент это вопрос об интервенции. Больной вопрос, вот как я уже упоминал. Давайте, наверное, начну с Чехов. Чехословацкого корпуса. Коль скоро, в общем, мы уже его тут неоднократно поминали. С чехами есть несколько интересных моментов. Во-первых, Чехословацкий корпус – это не стопроцентно иностранная воинская часть, как странно не покажется. Это воинская часть, которая входила в состав сначала Российской императорской армии, а затем Русской армии 17 -го года, армии Российской республики. Поэтому назвать чехов вот стопроцентными интервентами, наверное, это некорректно. Почему они вообще возникли? Зачем это нужно было? Ну, потому что в 2014 году мы воюем за братьев славян. Потому что массово сдаются в плен военнослужащие австро-венгерской армии. Потому что, в конце концов, у нас есть чехи, подданные Российской империи, которые в Киеве после манифестации патриотической, после пения «Боже царя храни», приняли решение о создании добровольческой чешской дружины в составе русских вооруженных сил россии вот откуда идет чесалаский корпус то есть он не свалился с неба он не, не не направлен нам там злыми врагами внешними а он вырос вырос собственно из самой российской вот этой вот ситуации первой мировой войны можно, конечно, говорить о том, что вот чехи там, какие у них боевые качества, какая там у них дисциплина, что хотели они воевать или нет, но это уже другой вопрос. Там сравнивать, если с другими войскими частями, то на порядок выше у них дисциплина была в 2017 году, и воевать они хотели. Вот. И потом в 2017 году, вот опять же, чехи достаточно хорошо воюют во время июня, июньского наступления 2017 -го года. И вот что интересно, в 2018 году вот до мятежа, до выступления чех корпуса, они совершенно спокойно взаимодействуют с Красной гвардией, с Красной армией, взаимодействуют против наступающих немецких австро-венгерских войск на Украине. Знаменитая битва под Бахмачем, где Антонов Овсеенко, который руководил, как известно, штурмом Зимнего дворца, а потом уже стал командующим Красных вооруженных сил Советской Украины, он на чехов опирается, благодарность чехам приносит за то, что вот как хорошо, братья чехи, вы нам помогли остановить немцев. Вот что было главным для чехов на тот момент. Но после Брестского мира, конечно, ситуация меняется. После Брестского мира, да, это воинская часть, которая, ну, действительно, мы можем говорить, что это французский генштаб, французы за ними стоят и так далее. Это экстерриториальная воинская часть, которая, в общем-то, ждет только одного, когда их отвезут в Европу. На Западный фронт будут там они воевать, продолжать свою войну. Может быть, у них к этому моменту уже и действительно боеспособность несколько начинает снижаться. Вот. Но, опять же, другой момент тоже вот важный и интересный. Чехи, это Чех корпус, это и та воинская часть, где очень многие русские офицеры, офицеры русской службы продолжают службу. Я назову только две фамилии. Это генерал Детерис и генерал Войцеховский. Да, этнически у них есть там чешские корни, это облегчает им возможность перехода на службующий корпус. Но, с другой стороны, как только формируется русская армия, собственно, вот армия Колчака, они обратно от чехов переходят на службу Колчаку. Ну, правда, Войцеховский потом оказывается в Чехословакии, кстати, активный участник антифашистского сопротивления, что не помешало СМЕРШу захватить его в 1945 году, отправить в Иркутск, и там он безвестно до сих пор, при каких обстоятельствах неизвестно, погиб в ГУЛАГе. Вот. Несмотря на свое антифашистское, стопроцентное антифашистское прошлое. Вот. Значит, с чехами не все так просто. И опять же, когда они двигаются по Транссибу, когда они переходят, растянулись от Пензы до Владивостока, нет стопроцентной уверенности у противников большевиков, что на этих чехов можно опереться против советской власти. Вот точно состраненная точка зрения, что белое подполье в Поволжье, в Сибири, они, вот если бы чехи не выступили, то они бы тоже ничего бы не сделали. Документы подтверждают, что независимо от чехов, независимо от их выступления, белое подполье собиралось выступить, только выступить чуть позже, летом 18 года. Вот как раз синхронное выступление должно было быть у Савенкова, Ярославское восстание, взаимодействие, вза 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 конечно, с Антантой, но не единственный критерий этого взаимодействия было. Вот. Также точно сибирские казаки хотели выступить, также точно в Поволжье вот эти вот офицерские дружины тоже собирались выступить. Чехи это постольку поскольку. Вот они выступили, хорошо, ладно, значит, они с ними заключили союз и так далее. Кто деньги давал? Этому белому подполью. Да одни сибирские кооперативы, когда разогнали Сибирскую областную думу, дали им там тысячу рублей, потому что сибирские кооперативы, это понятно, что они торгуют с Европой, у них там масло, у них там э, мясо, зерно и все что угодно. Они очень богатые были. Вот и не нужно им было там никаких чешских денег, если таковые вообще были. Но опять же, Чехи выступают, да, и вот получается то, что получается. Получается Поволжский фронт, получается дальнейшее там наступление, попытка наступления на Москву. Но обратите внимание, очень важный момент для интервентов вообще и для Чехов в частности. Как только заканчиваются боевые действия в Европе, уже э, вот как бы надежды на то что интервенты помогут интервенты спасут начинают постепенно сокращаться поначалу конечно мы видим что у деникина у алексеева в какой-то степени у колчака тоже хотя он позже пришел к власти это ноябрь 18 года уже война как раз кончилась перемирие уже было заключено в компены. у них надежда есть на то что ну про коснову про немцев вообще отдельная тема совершенно но это немцы это не Антанта. А вот, а у них есть определенная надежда на то, что сейчас им Антанта поможет. Сейчас вот они освободившиеся в Европе воинские части повернут в Россию. Но что мы видим в реальности? В реальности мы видим, что из этого вот именно активного участия интервентов в боевых действиях ничего не вышло активное участие интервента в боевых действиях против Красной Армии мы видим только на примере Северного фронта, где это действительно имело место быть. В остальной части это, собственно, охрана своих же воинских складов. Это какие-то там, я не знаю, экономические интересы, как у японцев, почему они там до 25 года вообще на Сахалине стояли, потому что их концессии интересовали рыболовецкие, отнюдь не там борьба с советской властью как таковая. Вот. Это э, моменты, связанные э, с тем, что вот действительно есть, допустим, вооружение, есть какое-то оружие, и надо это оружие, надо это вооружение продать, не подарить, ни в коем случае не подарить белым за то, что они хорошо там верные союзникам, и э, вот теперь им их надо спасать и свергать большевиков, а продать их выгодно. Вот такая выгодная коммерческая сделка, в общем-то, по сути. И э, не должны смущать ни в коем случае выступления, заявления политиков того же Черчилля в парламенте, потому что выступления, заявления публичные это все одно, а реальные деньги, реальные поставки вооружения – это совсем другое. И э, французская вот эта так называемая интервенция на юге очень позорно закончилась, по-другому не скажешь когда вместо ожидавшихся там 15 дивизий, чего так боялся Ленин, кстати, да? Ленин же боялся 15 дивизий Антанты. Вместо этого у нас приходит там меньше дивизий французов и две бригады греков. Вот и все. И дальше Херсона, дальше Одессы, дальше Николаева они не пошли никуда. Они просто не хотели идти. И вообще, даже когда там спрашивали французских офицеров, которые оказались в этих портах, почему, что они тут делают, да, они говорили, а да мы, знаете, мы тут вот едем домой, и просто нас вот, ну, не повезли там через Средиземное море, а повезли нас вот через, через Одессу. Мы вот сейчас тут немножечко побудем, а потом обратно поедем к себе во Францию. Вот и все. То есть никаких походов на Москву, никакой войны с Лениным, никаких там свержений совнаркомов они не собирались это делать. Как только на них нажали, причем нажали даже не большевики, даже не Красная Армия, нажали местные повстанцы. Григорьев, Махно воевали с ними. Они тут же садятся на корабли, уплывают. Все. Вот это называется интервенция. Это называется... У Деникина был просто шок после этого. До того дошло, что даже вот на все приемы, которые проводились там в... на юге России, он французов не приглашал. Он очень сильно в них разочаровался. Англичанам он еще верил, да? а вот французов он считал, что это ну, просто позор после того, как... что произошло у нас в марте там, в апреле 2019 -го уже года. Вот к вопросу о прямом военном участии. Англичане выводят свои войска с севера осенью 2019 года, японцы, как я уже сказал, задерживаются. Что касается поставок военных, то здесь вот отмечу еще раз этот момент. Поставки, во-первых, не за бесплатно, а во-вторых, это поставки, которые, в общем-то, оставляют желать лучшего с точки зрения и объема, и с точки зрения качества. Потому что с точки зрения объема мы видим, например, что там 150 тысяч снарядов, которые одно, одномоментно поставили, причем снаряды были трехдюймовые наши же снаряды, которые мы просто заказывали у англичан еще во время Первой мировой войны. Наши заводы не справлялись, и вот Николай II решил, что давайте мы значит, англичанам там, золотом заплатим, пусть они наши снаряды делают. Но когда уже наши снаряды начали делать в Путиловском заводе, уже в этом необходимость отпала, но свойственный нашим западным союзникам такой бизнес-подход привел к тому, что вот эти снаряды задержались, мягко говоря. И вот наконец пришел там 19-й год, эти 150 тысяч отправляют. Но месячный расход пушки, трехдюймовки на фронте по критериям вот, Первой мировой войны это где-то порядка, ну, не меньше тысячи снарядов при активных боевых действиях, при активной стрельбе. Всего, допустим, у Колчака где-то порядка там 150-200 орудий. Вот посмотрите, что получается у нас с этими 150 тысячами снарядов. Это, ну, на один месяц хватит при такой активной стрельбе. Конечно, это не единственная была поставка, конечно, были еще поставки, но объем все равно не для того, чтобы там дойти до Москвы, да, свергнуть большевиков. Или, к примеру, английское обмундирование там, э, ну тоже вот опять же вопрос в объеме. Пять пар э, обуви, пять пар сапог сносил у нас солдат, стенистический пехотинец за Первую мировую войну. Гимнастерок э, где-то три или четыре он снашивал, потому что он в этой гимнастерке и спит, и ест, и обедает, и, и окоп копает, и по земле ползет, вот. У него парадного модернования нет как такового. Ну вот поставили, значит, англичане эти самые свои кители, френчи и прочее. Ну и насколько их хватило, а еще сколько до фронта дошло, а сколько в тылу э, это, всякие коррупционные моменты да, распродали и расхватали. Тоже не без этого, ни в коем случае это нельзя отрицать. Когда вспоминаете Тихий Дом, да, Шолохов, когда там Мелихов дошел до Новороссийска, они же были в ужасе, сколько на складах лежит добра вот этого союзнического, они на фронте этого не видели, танки стоят, э, эти э, английские в порту, дальше порта они продвинулись, стоят и все, а, а спрашивается, где они должны быть? Так что вот объем, качество, это все вот вопрос тоже не, не безинтересный. Ну, вот следующий момент, красный и белый террор, еще один вот следующий такой спорный вопрос, да. Я не сторонник подхода мерить, кто больше убил. Вот, к сожалению, это сейчас вот есть такой момент, вот начинают считать, вот эти убили больше, эти убили меньше. Во-первых, демография не даст нам, наверное, никогда точного ответа о количестве погибших во время гражданской войны. Причем тут ведь что надо иметь в виду? Что количество погибших это отнюдь не фронтовые потери. Это умершие от болезни, это умершие от голода, это умершие от каких-то, я не знаю, там совершенно бандитских действий. Просто вот бандитизм, разбой, он был в крупных городах очень распространен. В Москве даже, Ленина и ограбили, машину у него отобрали в Сокольниках, известная история. Да? Уж чего говорить о простых людях. Вот. Сколько было погибших? Никто не считал, не было статистики. У нас пробел огромный в демографии, пробел существует, вот связанный именно с этими годами. Еще военные потери более или менее можно посчитать в отдельных воинских частях, эта статистика велась. Не по всему фронту, не по всей армии, в отдельных воинских частях сохранились об этом сведения. Но в целом, вот большой вопрос. И опять же, что это были жертвы? Белого террора, красного террора? Что вообще понимать под террором? Да? Красный террор мы ни в коем случае не можем отрицать. Это декрет, это официальное его провозглашение, это четкая совершенно политика. Белый террор это скорее как совокупность репрессивных мероприятий, которые проводились белыми в целом. Вот эти репрессии, они строились ну, практически стопроцентно, это дореволюционное репрессивное законодательство. То есть, вот как боролись, там, подавляли восстание в 1905 году с воинскими командами, там, приглашали, да, расстреливали там, казака, казаки там, пароли нагайками. Вот, собственно, на этом все и осталось. То есть, как это назвать? Это белый террор или это репрессии, или это что-то еще? Я бы на другом здесь вот обратил внимание. Два момента, которые просто вот способствовали эскалации такого положение, которое было во время гражданской войны, это тоже способствовало как раз гражданской войне. Первый момент это обесценение человеческой жизни. Началось это еще в 2014 году. Люди привыкли к смерти. Убить своего политического противника стало проще, чем доказать ему правоту или неправоту его взглядов. Вот он с тобой начинает спорить. Раз, хлоп и убил. Все. Не надо больше ничего. Нет, человек, нет проблем, как говорится. Ну как вот к этому относиться, да, слава богу, все-таки по прошествии 100 лет мы начинаем понимать ценность человеческой жизни, когда видим вот эти вот ямы в полувозрастной пирамиде, первая яма у нас Первая мировая, потом Великая Отечественная, и до нее еще Голдомор тоже, и после этого ямы были 90-е годы, вот сейчас, слава богу, люди уже жизнь к другому относятся. Вот. А второй момент, это э, очень большое количество оружия, которое на руках у населения оказалось. Это уже просто вот, действительно реалии того времени, когда стихийная демобилизация, э, захват оружия со складов, э, белые и красные ведут с ним борьбу, кстати сказать, и периодически устраивают облавы, периодически объявления пишут о том, что вот приносите, там сдавайте оружие, иначе плохо будет, вот, а никто не приносит, никто не сдает разбирают пулемет там на запчасти и закапывают его в холстину, заворачивают, закапывают его там где-нибудь крестьяне у себя на задворках, а потом достал этот пулемет, и вот Тамбовское восстание у нас, пожалуйста, откуда они оружие взяли? Вот. Плюс к тому еще огромный процент неучтенного оружия, который ходит вообще неизвестно где, неизвестно у кого, неизвестно как. Вот. и э, стрелковое оружие это элементарно сложнее немножко там, конечно, с пушками вот, да, со снарядами потому что они очень большие вот. но даже и это тоже было и это тоже бывало но для того чтобы человека убить там же не обязательно из пушки палить вот. и э, другие способы есть вот те же самые сибирские партизаны да, они пиками там кололи вот. и, что же, и виллы там крестьянские в ход шли это вот, просто действительно озверение по другому не назовешь обоюдная И колом там, я не знаю, били деревянным. То есть это и до этого тоже доходит. Если мы почитаем воспоминания там какие-нибудь, именно не романы художественные, там преувеличивается иногда это очень сильно, а именно воспоминания людей того времени. Реально. События, которые были в деревнях, в селах и на фронте на тот момент. Вот. Следующий вопрос, тоже важный, на мой взгляд, это вопрос военспецов. Военспецы вопросы с ними почему важны? Потому что есть такая точка зрения сейчас распространенная. Опять вот эта математика, количественный фактор сплошной. Кого, у кого было их больше, вот бывших офицеров? Вот как глобальный вопрос. И отсюда делается не менее глобальный вывод, что если их было больше у белых, то значит вот они вроде как хорошо, за ними пошли офицеры. С другой стороны, делается не менее глобальный вывод, что если их было больше у красных, то тогда вот смотрите, красные победили, потому что за ними пошли офицеры. Но тут очень важно учитывать следующие моменты. Во-первых, офицеры-офицеры э, рознь. Разные совершенно бывают офицеры. Бывают прапорщики, которые получили свой первый офицерский чин буквально вот сразу как только революция произошла, они там успели, школы прапорщиков были, да, получить этот чин офицерский. Но он уже офицер, вот как ни крути, ни верти. Во-вторых, допустим, это какой-нибудь кадровый военный, генштабист бывший, да, который вот принимает участие в боевых действиях на стороне красных или на стороне белых. Так что это нужно учитывать, обязательно следующий момент это вопрос профессиональной пригодности прапорщик иной как бы там к нему не относиться но иногда бывает проведет во время гражданской войны операцию лучше более грамотно чем какой-нибудь спец, спецполковник бывший который привык к тому что надо воевать строго по Уставу, что вот так вот должны действовать полки, так вот должны действовать резервы, так вот нужно наносить удары, обходы и прочее. Он привык так мыслить, он его так учили, и в конце концов это был его опыт Первой мировой войны. Но Первая мировая и гражданская это совершенно разные войны. Первая мировая гораздо больше места для проявления военного искусства. В гражданской гораздо больше места для импровизации, импровизации самые разнообразные, начиная от того, что там сибирские партизаны трещотку вместо пулемета использовали, да? знаменитую вот щепку, которая там в музее революции стоит, вот. и заканчивая тем, что ну, линии фронта даже как таковой нет, по большому счету, флангов нет, тыла нет. Вот классические вот эти вот представления, понятия о том, где какая там армия должна продвигаться, наступать, этого не существует. Маневренная война. В этом смысле, может быть, даже Чапаев, который академиев не кончал, как он сам про себя говорил, оказывается более таким приспособленным к новым условиям, сложившимся условиям военных действий. Белые, кстати, признавали это тоже. Тот же самый Кутепов, тот же самый Капель. Они говорили о том, что сейчас война не такая, как раньше. То есть вот Капель, наверное, никогда бы не захватил золотой запас в Казани, если бы действовал по шаблону. Хотя бы потому, что у него не было чистого превосходства над красными. А он смелым рейдом, такой дерзкой, совершенно дерзкой, авантюрной даже во многом атакой, захватил Казань и взял золотой запас. Вот. И красные этого не ожидали, что он так решит действовать. Да? Вот, поэтому этот момент вот военспецов он э, тоже нуждается в определенной корректировке. И, наконец, еще один критерий очень важный, который Ленин отмечал у себя: военспец это консультант. Вот, выражаясь современным языком, так утрируя немножко, это ни в коем случае не человек, который там понял суть марксизма-ленинизма, и мы его сейчас вот примем в партию большевистскую. Нет, это консультант, это техник, это человек, который советует нам, как вот проводить наступление. И если, обратите внимание, у Ленина это э, тоже подчеркивается, если этот военспец вдруг по очищению э, будет участвовать в политике, ему это захочется сделать, то за ним нужен глаз да глаз, за ним нужно постоянно наблюдать, потому что просто вот это люди, которые воспитаны в другой среде, это люди, которые воспитаны в классовой вот этой вот системе, это представители бывшего эксплуататорского класса. Поэтому обязательно комиссары нужны, поэтому обязательно за ними надо следить. Да, мы их используем, как, кстати, и других инженеров тоже, в других областях, не только в военной сфере. Но мы готовим, обратите на это внимание, мы готовим свою новую социалистическую интеллигенцию который будет у нас вот с рабфаков, с университетов, это пролетарское происхождение, это вот они будут нашей основой, а не вот эти бывшие. Бывшие это вот постольку поскольку мы, вот, так сказать, пользуемся их знаниями, мы их там безусловно уважаем, но мы не можем сказать, что это будет основа будущего советского там социалистического государства. Основа должна быть новой. Вот поэтому вопрос о спецах. Ну и, наконец, последний вопрос, это причины поражения и побед. Это тоже очень дискуссионная на сегодняшний момент тема, и неоднократно я уже на эту тему выступал, это очень часто просто спрашивают в разных аудиториях, почему белые проиграли, почему красные победили. Ну, однозначного ответа на это быть не может, может быть только учет многих факторов, очень многих факторов, и я даже их сейчас, наверное, вам все не перечислю, но некоторые из них, как вот в случае с террором, я тоже думаю, надо обозначить. Первый момент. Раз идет война, раз все-таки мы говорим о войне, то значит причины поражения надо искать в войне, в военных действиях, в военной специфике. И здесь, ну, просто достаточно вспомнить точку зрения Троцкого. Здесь достаточно просто посмотреть на карту, какая была... Территория под контролем Советской России, какая была территория под контролем белых, не с точки зрения площади земельной территории, да, а с точки зрения выгодности экономического расположения, плотности населения, насыщенности транспортными э, железнодорожными путями, поскольку Гражданская война – это война железнодорожная, это постоянные перемещения э, с одного участка фронта на другой, и элементарно понять вот причины этого плотный, густонаселенный центр Советской России, РСФСР, и, ну, относительно населенные или вообще практически без безнаселенные окраины. Если мы берем ту же Сибирь, там Дальний Восток, да, где плотность один человек на квадратный километр. Ну, что тут, в общем, можно говорить. Мобилизационный ресурс в центре России был многократно выше, чем на окраинах. Один Питер дал за все время гражданской войны 170 тысяч человек Красную Армию. Москва дала порядка 150 тысяч человек Красную Армию. А армия Колчака на момент наступления, весеннего наступления -го года, это 150-200 тысяч вся армия Колчака со всей Сибири. Вот. При этом армия мобилизованная, не по добровольным принципам построенная. Так что вот Москва, Питер и Сибирь. Кроме москвы Питера и другие губернии давали очень много. Вятская губерния дала, Вологодская губерния дала, там Рязанская губерния, Тамбовская та же самая, Орловская, Тульская. Тульские заводы работали на пределе возможностей. Правда, Туле повезло в том смысле, что еще когда была Первая мировая, там очень много цехов переоборудовали. То есть там поставили современные станки, они еще не сносились. И вот эту вот месячную выработку снарядов порядка 40-50 тысяч месячную норму, тульские, тульские, заводы давали. Ленин говорил о том, что если бы не Красная Тула, то Красной армии бы не продержаться. Вот. Это вопрос об интервентах, там, которые танки, пушки и снаряды давали, и вопрос о собственно, нашей Красной Туле. Да? Или Брянский арсенал, тоже переоборудованный как раз во время Первой мировой, он работал, он продолжал работать. Сырье откуда брали? До одного металлолома еще сколько можно было взять с железной рудой не возникало вопросов, возникал вопрос с топливом. Поэтому Ленин говорил о, там, о торфе о шатурском, начали вот его использовать, о бурых углях э, подмосковного бассейна. Вот. Но главное, главное, чтобы заводы работали, делали вот эту военную технику. К 2020 году, правда, уже пошел, пошли сбои. Но двадцатый год уже Красная армия победила по сути. Вот одна из причин побед, да, наверное, такой военный момент, военный фактор ни в коем случае нельзя забывать. Второй э, момент такой духовный, может быть, идеологический, я его тоже отмечу. Это вопрос о недооценке белыми своих противников и переоценке красными своих противников. В чем это конкретно выразилось? Если мы возьмем газеты белогвардейские, даже еще раньше, вот где-то там еще даже белых-то как таковых не было, там те же эсеровские, мишевистские газеты, допустим, конца 17-го, начала 18 -го годов. Они большевиков расценивают как какую-то вот такую вот силу, даже не силу, это вот громко сказано, какую-то группу людей, которые захватили власть и которые, конечно, вот буквально там, я не знаю, еще чуть-чуть и все, и падут и нет у них никаких перспектив. Да не поверит им никто, да не будут их люди слушать, да не будут они нормальные там, крестьяне да, э, вестись, грубо говоря, на этот декрет о земле. Это что как недооценка? Это и есть недооценка. Даже вот уже Омск, там, я не знаю, 14 ноября, Омск, столица Белой Сибири, у Колчака, он уже на грани падения. Вы почитайте газеты, просто вот ради интереса посмотреть их можно. Ну, правда, это, конечно, в открытом доступе, но библиотеки есть. Так там, да не сдадим мы Омска, да не возьмут его никогда большевики. Ну вот и через неделю уже вошли большевики в Омск. Вот так вот бывает. А переоценка у красных есть тоже. То есть, допустим, если мы возьмем газеты 18-го, 19 особенно 19-го годов, все на оборону Петрограда, грудью на защиту Москвы. То есть это постоянно вот этот критерий. Если мы не победим, то нас уничтожат. Если мы не победим, то нам грозит смерть. Вот это настроение, мобилизационное настроение, которое потом уже перешли в 20-30-е годы, годы первых пятилеток, они остались. Они трансформировались в то, что вот нам надо победить, потому что иначе, там, как Сталин говорил, нас там сомнут, отстающих бьют и так далее, и так далее. То есть это постоянный вот этот вот толчок вперед, 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 давай, 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 борись, борись. Вот. Это очень действенный фактор. Конечно, в реалии, вот как я уже сказал, интервенция была далеко не такой, как ее Ленин представлял. И белые, в общем-то, были далеко не такими мощными, как о них писали в газетах советских. Но вот факт остается фактом. То есть это действительно сработало на пользу советской власти. Пропаганда была лучше, ну и другие критерии. Но вот момент, который в советское время говорили, что вот все до единого крестьяне поняли правоту советской власти, потому что она за трудящихся, или там еще клещи того, какие-то выдвигали там такие похожие позиции. Вот это очень спорный вопрос, потому что отнюдь не все крестьяне поняли правоту советской власти, далеко не все. Я уж про кулаков молчу, середняки и то не поняли, вот что им лучше платить выкуп бывшему помещику или, или пользоваться землей в коммуне, в колхозе. Да? Вот, спорный для них был вопрос. А, так что это все, безусловно, тоже моменты схематичные, и схема говорить не стоит. И, завершая лекцию, я просто отмечу, что действительно мы можем говорить о каких-то вопросах, связанных с э, гражданской войной. Э, очень пока на сегодняшний момент... Э, ну, в не то что гипотетически, а вот с, опять же с приглашением к дискуссии, с приглашением к обсуждению, с приглашением к какому-то размышлению. И в этом отношении, мне, думается, может быть, даже в будущем произойдет... Ну, не не какое-то вот формальное согласие и примирение, да, о котором очень часто сейчас говорят, еще начиная с 90-х годов, согласие и примирение между красными и белыми. А если мы поймем, что это действительно две части расколотого, надвое, расколотого русского общества, и какие-то вот между этими двумя частями есть э, точки соприкосновения, есть вот эти грани, которые можно сложить, да, ведь расколотая тарелка сложится, если ее сложить по линии расколот в конце концов. Вот, наверное, здесь и должен располагаться вот некий критерий поиска, поиска правды. Даже истину мы, наверное, никогда не узнаем. А вот правды, вот приближение к правде, приближение к объективной какой-то оценке мы, безусловно, добьемся. И не надо этого бояться, не надо ни в коем случае уходить. Сейчас тоже такая точка зрения есть. Давайте мы не будем вообще про гражданскую войну вспоминать. Ну, это такая вот черная страница нашей истории, давайте про нее забудем. Это ни, ни к чему хорошему тоже не приводит, потому что любой миф, любая вот такая мифология, она рано или поздно оборачивается противоположностью. То, что вот не говорили, не, не рассуждали об этом, ну вот значит и, и это плохо, и это значит вот не подход, вот, ну все, спасибо за внимание.